Воспитанник школы Олимпийского резерва «Уралец» Дмитрий Лобасов принимает участие в первенстве мира по грибному слалому среди спортсменов до 18 лет. Турнир проходит в итальянском городе Иврея. В первый день соревнований состоялись командные гонки на байдарке-одиночке. В составе сборной России тагильчанин занял 9-е место среди 20 экипажей. Дмитрию предстоят выступления еще в двух стартах – в индивидуальной гонке и в новой дисциплине «Экстрим», где медали будут разыгрываться впервые.